Небольшой концерт, катание на лодках и чаепитие. В летний зной ульяновские активисты превратили набережную Свияги в оазис. Напротив Государственного университета прошел праздник для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие практически мы каждый год проводим совместно со школой адаптивных видов спорта Баскаков Виктор Викторович. Вот. Их представители присутствуют здесь сейчас. Концертно-развлекательную программу общественники подготовили вместе с артистами Центра народной культуры. В программе восточные эстрадные танцы. Не забыли организаторы и про меры безопасности. Между сидящими гостями рекомендуемое расстояние. Также для деток провели чаепитие и прокатили на лодках по акватории Свияги. Взрослые же обсудили вопросы по реализации оздоровительных программ для людей с ограниченными возможностями. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.